У тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя – Страж. Наша миссия – расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс — наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Вошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Особняк Айронса. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Цель справа
Знать, не стреляй ни в кого, пока он открыт. Аккуратно. Все чисто. Своих денег. Загружаю план в твой костюм. Здравствуйте. Пошел. Отлично. Взял их камеры под контроль. Убирайся оттуда. Дроны ожили. Назад на крышу. Быстрее, Митчелл. Кормак, мы вошли в систему. Отправляю эскорт. Одиночная игра. С проверкой. Уходи от меня. Первый матч. 0-0. Подаю.
оттуда. Отлично справился, Митчелл. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айрон? Никак нет. Это его стол. Начали. Это его стол. Начали. Я что-то нашел. Нокс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Митчелл, давай. Эту колонну упустить нельзя. Чужой на территории. Наш пропуск в ангар. Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хакни их канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Здравствуйте. Позовите себя и всех пассажиров. Пошел. Здравствуйте. За рулем Джек Бок. Везу доктора Беллани. Едем на встречу с мистером Айрочком. Все в порядке. Мистер Айрон вас ждет. Хорошего вам вечера. Беллами? Нокс, проверь имя. Уже занимаюсь. Беллами псевдоним доктора Пьера Данва. Доктор Искова. Пилот, я думал, ее в камере опуза. Я тоже. Нокс, доложи об этом наверх. Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Мистер Айрон, нас ждет вас. Готовы. Пошли. Такой парень. У нас приказ. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Не спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень тронет. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже... С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Полетная проверка. Очистите радиоэфир. Вам для команды. Готовьте к вылету. Ромео. Мы идем на Красноярск. Кормак, груз в самолете. Ты не справишься. Давайте узнаем, куда направляется этот самолет.